Погода прекрасная, и солнце светит, и тучки ходят. Так что погода в Анапе вообще-то хорошая всегда. Тут уже грех обижаться на погоду в Анапе вообще, на воздух. Гуляем мы в любую погоду, и в пасмурную, и не в пасмурную. У нас такой принцип. Я люблю гулять, ну, например, в телефон играть. Ну, лучше не делать уроки. Гуляю вот с ребенком, например. Постоянно на этом памятнике каждый день. Если на улице тепло, то прежде всего выйти и погулять, понаслаждаться такой осенью. Ведь сейчас начинается такая погода, когда и листья желтеют, и на улице становится прям так все ярко и красиво. Вот. А когда, ну, похолодает, сидеть дома и смотреть в окно на всю эту красоту.